Мощный взрыв прогремел несколько часов назад в известном японском храме Ясукуни. Самодельное устройство сработало в мужском туалете у южных ворот. Были повреждены стены и потолки. К счастью, никто не пострадал. На месте инцидента работают полицейские и пожарные. По данным полиции, на территории храмового комплекса могут находиться и другие бомбы. Специалисты полагают, что взрыв мог быть терактом по политическим мотивам. Храм Ясукуни посвящен душам воинов, погибших за императора.